Белорусы, Гродно Азот, вы большие молодцы, вы делаете благое дело. Вы локомотив всего нашего белорусского сообщества, всех работяг. Вы пример, вы достойны называться героями труда и героями своей страны. Мужики, пожалуйста, продолжайте. Всем остальным просьба, поддерживайте бастующих в своих регионах. Поддерживайте не только работающих, но также студентов, учащихся, медиков, всех, кто не безразличен. Сейчас мы проходим очень серьезный этап своей протестационной борьбе. То есть мы должны показать, что мы едины. И единство это будет заключаться в нашей всеобщей забастовке. Живи Беларусь! Живи вечно!